Настя, пошли на двор покатаемся. Саша, ты что, там ведь дождь. Ну и что? Смотри, какой дождь идет, мы будем мокрыми. Ну и что, Настя, там ведь крыша, не промокнем же. Пошли кататься. Ну ладно. Ух ты, на дворе такая классная погода, так свежо. На дворе идет дождь, а он мчит как раз. Ох, лужи какие! Саша, какая-то дверь. Давай мы ее откроем. Ну, давай. Настя, это же подвал. Пошли посмотрим, что там. Нет, там темно, я боюсь. Ну хорошо, посмотрю как-то без себя в другой раз. Так, что мне взять покататься? Велик нет, идет дождь, я не покатаюсь. Ховеркар тоже. О, возьму пенниборд, на нем покатаюсь. Часто возле нас самолеты летают. Ого! Настя, смотри, а ты на самокате вот так сможешь сделать? Нет, Саша, у меня самокат, а если, конечно, снять ручку, то будет... Почти. Ну да. Настя, а пошли еще в тот домик. Посмотрим, что да как. Ты что, родители что скажут? Ничего не скажут. Мы же только посмотрим. Ну ладно, идем. О, как здесь темно. Включаем свет. Не страшно? Нет. Смотри, насколько здесь коробок. Угу. Это наши пустые коробки. Угу. Ух ты. Шарики. Смотри, сколько их здесь. Угу. Капец. Это, наверное, сюрприз мне папа и мама подготовили. Наверное. Здесь... Мне кажется, что это какие-то полочки. Это дрова. Ну да. Смотри, Настя, мангал в доме. Угу. Круто. Прикольно? Да. Так, тумбочки. О, чё? Смотри, Настя. О-о-о, это нам. Эмоджи. Эмоджи, это... точно. Что-то шоколадное. Это напиток шоколадный. Ой, прикольно, будем пить вместе. Я тоже хочу что-то найти. Есть там что-то? Здесь нету. Ну, кроме бутылки, там ничего нету, да? Да. Ну, ищи дальше. Так. А ну-ка, давай посмотрим в той полочке. Так. Настя. Смотри. Я угадала. Это что, миньоны? Ну да, это какие-то конфетки здесь. Это такой стакан, мне кажется. А как может... из него пить? Ну вот трубочка. А. Прикольно, да? Угу. А ну дай мне, пожалуйста. Здесь и наклейки, и какие-то конфетки. Интересно, и кто это все оставил? Папа и мама, наверное, да? Угу. Как думаешь, это они нам сюрприз такой делали? Да, похоже на сюрприз. Настя, что? Смотри, что я увидел. Это точно для тебя. А что это? Сумочка какая-то, сундучок. Круто, да? Да. Эй, моя любимая героиня. Золотая. Точнее, в золотом платье. Здесь так много подарков.
А может, мы еще что-то найдем? А в холодильнике давай посмотрим. Давай посмотрим. Здесь пусто. Здесь пусто. А в стиральной машинке это будет? Точно нет. Нету. А, есть! Это тоже для тебя. Золушка. Как классно! Это типа они из горки съезжают. Класс! А сундук вообще бомбезный. Саша, здесь сокровища. Ну, конечно, здесь сокровища. Так, что здесь? Ну, это нам не нужно. А идем? Я что-то вижу? Нет, это не одно. Это не одно. Ну, все? Круто, мы столько всего нашли. Идем в дом, будем распаковывать. Погнали. Всем по два подарка. Давай еще побыстрее. Я хочу уже распаковывать. Так, давай откроем, Настя. Давай. Опа. Трубочка такая прикольная. Кстати. А, там есть. Так. Настя, Настя, смотри. А что там? А там? Какой-то порошок. Наверное, водичка надо. Это порошок. Как какао. Будем добавлять в теплое молоко. Да. Так, сейчас я еще открою мою штуку. Мой стакан. Конфетки. Хочет, ну? Нет. Нет. Это все тебе. Спасибо. Вкусные. Это какая-то карточка. Угу. У меня тоже какая-то есть карточка. Наклейки. Ну и конфеты. Для меня наклейки. Ну что, пошли готовить. Саша, ты иди готовь, а я открою свой чемодан. Хорошо. А конфетки потом. Так интересно же, что в него. Косметика в чемодане. Круто! Вот. Косметика. Так, что же мне сначала сделать? Тени. Колечко какие-то. Сейчас посмотрим, что это. Это блеск для губ. Так, это кисточки. Блеск для губ. Еще что-то. Какие-то заколочки, наверное. Так, это что? Это блеск для губ. Все. Какие колечки. Вау. Чуть-чуть большие на меня. Не возьму. Голубенький.
Вау, сколько блеска! Круто! Ого, какая красивая! Бирюзовый край. Почему с маленьким? Это очень с блеском. Последний. Саш, посмотри, какой у меня маникюр. Крутой, Настя. Это у меня вот такая косметичка. Я тоже хочу сделать себе какао. Ну, делай. Все? Да. Ой-ой-ой. И перемешай. Перемешаю. О, родители пришли. Лайк, подписка. И всем пока! Пока!